В рамках реализации партийного проекта «Бақытты отбасы» среди первичных партийных организаций Акмолинского областного филиала партии «Аманат» прошел конкурс «Ару Ана». Мероприятие посвящено Международному женскому дню 8 марта и нацелено на возрождение традиций и обычаев казахского народа, сохранение семейных ценностей, показать обществу пример дружных семей. Кимишек, тюрбан, белый платок и одежда в национальном стиле. Смотря на участниц конкурса, глаз невозможно оторвать. Таким должен быть эталон казахской женщины. Представительницы прекрасного пола хорошо подготовились к конкурсу. Облики и обычаи каждой страны, несомненно, можно измерить по образу таких женщин-матерей. Конкурс ориентирован на традиции и ценности семьи. В целом, в рамках проекта «Ултык Мура» мы проводим этот конкурс по популяризации наших ценностей. Это будет происходить не только на территории города, но и в наших районах. Женщина-хранительница семьи, светила мира и спокойствия в обществе. Есть поговорка: женщина одной рукой качает колыбель, а другой мир. Поэтому мы должны быть разносторонними, примерными для окружающих, говорит участница конкурса «Ару Ана». Я думаю, что такие конкурсы должны проходить среди женщин. Женщина каждый день занимается состоянием дома и детьми. В какой-то момент она забывает чувствовать себя женщиной. Поэтому она может проявить себя в следующих конкурсах. Может рассказать о своей семье, может показать свое искусство. Можно увидеть, как все женщины могут взаимодействовать с друг другом в одном конкурсе. В конкурсе участники соревновались в три этапа – самопрезентация, кулинария и демонстрация искусства. По итогам Бакыт Гульгалиева из первичной партийной организации «Мадениет» была признана достойной первого места. Представитель первичной партийной организации «Камкор» Айсулу Абилова заняла второе место. Бронзовым призером конкурса стала Гульзира Кокей, которая представляла первичную партийную организацию «БЛИМ». В дальнейшем планируется проведение выездного конкурса «Ару Ана» в Целиноградском и Шортандинском районах. Мадина Абдикаримова, Макпал Ергалиева, Алишер Шакубаев, Кокшек, Парад.